Здравствуйте, дорогие друзья. Получил новое расписание. Вот немножко расскажу о нем. Понедельник, среда, воскресенье. Такого расписания мое. Стоит груша в одном помещении. Колочу в эти дни я ее. В миг, когда на душе беспокойно, подхожу я к груше своей. Наношу ей пару ударов. Благодарен за это я ей. Вот сейчас, на рассвете проснувшись, первым делом иду я к ней. Ударами расскажу ей о нелегкой жизни своей. Спасибо. А какие у вас способы отдачи, способы расслабления? Расскажите, напишите в комментариях. Удачи всем.